Хох, уже скоро Новый год, Беларусь. Ага, согласен, мы то уже к нему готовы. Эй, ну вы там уже нарядили елку? Да-да-да, мы уже нарядили. Тогда садитесь за стол. Блин, жалко, что я не с Белоруссией. Да блин, Россия, ты огромная, ты не влезешь на наш стул, большой надо было брать. Кстати, я друга позвал. Привет, Рашка! Нечего себе, ты телепортироваться умеешь. Ага. А я, короче, потом его очень сильно бью, и он просто как нуб отступает. Кстати, что у тебя нового? Да меня просто сегодня улучшили, поставили колонки на случай оглушить туалета. Понятно. Теперь ты рассказывай историю. Я. Ну а кто еще? Ну ты подумал. Да бляха, сколько можно думать? Эх, как всегда. Вот. Ребята, всем привет, да, это я, автор. И как вы видите, у меня уже вечер, а это значит, что уже буквально через пару часов будет Новый год. Этот 2023 год был непростым. Но уже через пару часов у меня, как и у некоторых людей, будет Новый год. А именно новый 2024 год. Надеюсь, что в 2024 году у вас будет все хорошо. А если вы смотрите этот момент после 31 декабря, тогда поздравляю с новым 2024 годом. Ну что ж, а с вами был я, Ростик, и вы были на канале Ростик с Топором, и всем пока!